невозможно. Как же ты едешь-то, а? Что ж такое? Очень надо поехать быстрее. Мне надо перестроиться в левый ряд. Пожалуйста, 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 пропустите. Мне очень надо. Пожалуйста, спасибо. Вот он, не надо мне гудеть. Не надо мне гудеть, пожалуйста. Я тоже могу гудеть. Тормоз полный. Что ты мне сигналишь-то, сколько можно? Я еду. Куда ты хочешь, чтобы я ехала? Невозможно. Невозможно ездить там. И что ты хочешь, чтобы я сделала? Телефон, телефон, телефон. Господи, зачем мне тут надо все? Это что? Что это такое? Зачем мне тут в моей сумке? Ну где ты? Где ты? Зачем столько вещей? Зачем одной женщине столько вещей в сумке? Есть. Ура. Алло. Привет. Ну, телефон в сумке искала, да. Да, Леха, в той самой сумке. Да, в ней искала. Да ужасно. Я еду непонятно как. Что ты гудишь-то мне? Не можешь меня забрать отсюда? Пожалуйста, забери меня отсюда. Я не хочу здесь быть. Ну да, я опаздываю туда уже. Конечно. Ты уверен, что я этого сама хотела? Уверен, да? Прям хотела. Совсем хотела, да? Ну, раз ты так говоришь, надо так оно и есть, да? Слушай, мы, кажется, поехали побыстрее. Давай, тебя целую, потом тебе позвоню. Пока. Так, товарищи, давайте-ка соберемся. Давайте, смотрите, мы сейчас можем поехать. Быстрее! Давай! Ну, у тебя же есть педаль газа! Пожалуйста. Да-да-да! Такое было? Это как-то очень неожиданно было. Так совсем нельзя делать. Что ты мне гудишь там сзади? Так нельзя делать, мы так не договаривались. Не, ну нам надо быстрее ехать, нам же надо к Марье Ивановне успеть. За неделю записывалась к этой Марье Ивановне, она какая-то супер-мега-специалист. Бабушка звонила, дедушка звонил, все звонили и договаривались. Я тоже хочу скорую помощь. Мужчина, давайте перестраиваться за скорой помощью. Пожалуйста. Да. Поехали. Пожалуйста, поехали. Да. Ой, вот так мне очень нравится. Да, пожалуйста. Люди, давайте ехать быстрее. Да. Ой, слушай, ну будь человеком, а. Ты понимаешь, что нам надо на УЗИ успеть? Это важно. Это очень важно успеть на УЗИ, это очень важная вещь. Вообще ничего не работает в этой машине, ничего не дует, не влажно, не жарко, не холодно, никак. Воздуха нету никакого. Есть, я тоже хочу есть. Сейчас, здесь какая-то еда. Сейчас я найду. Да подожди ты. Отличная вещь. Вот это очень хорошая вещь. Так, все. Поехали. Да. Вот так. Едем. Отлично, люди, мы едем, ура, мы умеем. Отлично. Да. Едем. Все-таки так, да? Ладно. Хорошо, я поняла. Я все поняла. А я послушная.
Я никуда не тороплюсь. Я буду спокойно ехать. Я не буду никуда торопиться. А зачем мне торопиться? У нас же вся жизнь впереди. Ну, все. Все, успеем. Ну, пусть будет. Да, пусть будет. Где куда спешить?